Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня, как обычно, десяточка, как обычно, трешуем. Сегодня немножко такой, знаете, интересный контент в плане прокачки, потому что я фиг его знает, что уже качать. Я так и здание не начал качать, поэтому мы не можем качать аккаунт. В общем, мы качаем пока скины, пока качаем все, что можно. Но пока я не трогаю героев, я их не прокачиваю, пока я не сделаю здание, чтобы можно было нормально, быстро, все быстренько так чётенько качнуть. Надо по 5 миллионов понакачивать. В общем, разгребаем плюхи, смотрим, что у нас есть, качаем скины, а потом дальше трешуем. Так у меня и нету Деда Мороза, единственного обычного героя. Ой, точнее, тут я говорю Деда Мороза. Нету у нас этого Капитана Дрейка. То есть у нас есть практически все герои, которых, ну, можно получить. Там донатных надо еще дождаться. Вот Минотавра, Арктики нету. Вольта. Ой, говорю Вольта, Дракона Разрухи. Но нету Дрейка. Все остальное уже есть. У нас уже сегодня свыше 110, потому что я очень много плюх забрал. Еще заберу много. До Минотавра, я думаю, мы очень быстро дойдем. Этот аккаунт будет в интересном контенте участвовать, поэтому не пропускайте выпуски. Героев тут валом, они все не вкачанные. То есть я до сих пор ни одного героя не апнул, зато они апнуты 10-10. То есть по прокачкам, как видите, довольно-таки неплохие, прокачанные. Ну, не 12-е, не 13-е пока что еще. Такс. Окей, с этим мы разобрались, поехали. Ну, ТУшку нету кому ставить ТУшку. Ладно, поехали открывать плюхи. Надо еще скины прокачать. Так, ну интересно, капитан Дрейк хоть придет к нам или нет? С этих Дрейка нет, с этих падает дофига расходников. Ну, эти герои нам нужны будут для прокачки потом, чтобы КГшки не терять. Хотя и КГшки на этом аккаунте не проблема, потому что ковяшек у нас, скажем так, тут хватает. Тут и слизни все уже прокачаны, по сути, слизни продадим, и сможем без проблем прокачать все. Так, окей, у меня проблема на другом аккаунте английском, на английском сервере. У меня там нечего качать уже, и плюшки не могу открывать. Вот это проблема. Так, отлично, нам надо еще несколько героев докачать. Ну, здесь надо еще эмблем, кстати, нормально добить. Так, окей. С этим разобрались. Поехали, посмотрим скины. Посмотрите, сколько скинов уже землеройки. Просто жесть. Так, докачиваем этот скин. Нету так у нас до сих пор скина, кстати, на... скина нету. Так, поехали качать. Вот я решил здесь по максимуму попробовать прокачать скины на здание. Бо у нас такие были уже здания, знаете, топовыми прокачечками. Отлично. Смотрите, как силушка растет. Прокачки. Таблетки на фул сейчас прокачаем. Вот плаза тоже у нас должна там прокачаться нормально. Нас некоторых зданий еще нету, но зато уже стоят прокачки. Супер. Так, окей. За 15к нам дали плюхи, ничего себе. Вот так вот бывает. Уже 17к, у нас еще ничего толком не вкачано. Вот мне интересно, сколько мы максимум выживем отсюда. Такс, давайте. Так, эти плюхи мы еще не трогаем. У нас есть? У нас есть пират, но нету пирата у нас. 30 слизней.
Отсюда карты, видите, надо обычные, просто обычные, простые карты. Дрейка мы не можем выловить. У меня есть уже 1234, 1, 2, 3, 4. 1234 молота я накопил, я хочу сегодня немножко потрешевать, попрокачивать все-таки здание, чтобы дальше развивать аккаунт. Также видите, здесь плюхи 15 бонусом. Вообще отлично. Может, потом трешанем как-то. Попробуем словить этого недостающего одного героя. Так, что у нас еще осталось интересного? Камешки у нас, в принципе, есть. Для прокачки хватает. Так, что мы какой-то расходник не... А, все понятно. Чарки есть. Короче, все, что надо уже, в принципе, для прокачки некоторых героев. Есть даже одного 30-го, в принципе, можем сразу же качнуть. Да я не знаю, кого мы будем качать. Но еще нам надо с питомцами будет разобраться. Я сегодня позабираю с рынка питомцы, потому что питомцев надо забирать. Скоро одного, тем более, там непонятно, что будет. Никто этого еще, скажем так, не знает. Так, окей. С этим мы разобрались, давайте будем немножко качаться. Ну, вы скажете, зачем такие тратить, но других вариантов у меня нет. Так, нам дали еще гильдию построить, отлично. Нам надо по 5000 золота и маны добиться. Это самая большая у нас проблема. То есть хранилище надо качать. Потому что дешевле будет вам качнуть, я вам скажу так, хранилище, чем до 5 миллионов, чем апать героев, скажем, за самоцветы. Ну, многие начальные аккаунты это и делают. Других вариантов, в принципе, нет. Так, это мельница, это нас не интересует. Нас интересуют вот эти вот хранилища. У меня, как видите, только по два есть. Ну, они со скином, и ты не знаешь, какого они уровня, если так смотреть. А, так, еще у нас одно есть. Следующее, видите, надо 10-го левела ратуши. Вот раньше, если оно было такое, как вы видели только что, то сейчас, как видите, оно уже одного цвета, то есть они все одинаковые, получается, скин. Скин просто одинаковый. Надо для прокачки прорывов, потом героям надо будет однозначно, для прокачки питомцев, то есть без этого, скажем так, никак. Если вы донат, то вот берете вот такие вот мешки, будет вам счастье. И вы можете попеременно, скажем так, качать одно, потом качать второе. Уже 28 минут. Ну, дальше я буду за дни качать, конечно же, потому что других вариантов, скажем так, у нас нет. Ну, то есть за большие кулаки тратить. Я думаю, они еще будут. Интересно просто, насколько мне хватит вот этих вот кулаков на постройке, сможем ли мы фулл прокачать, то есть прокачать максимально. То есть у меня на сегодня, как видите, 1234. Так, тут уже не хватает, значит, качаем эти. Насколько хватит на здание, то есть сколько дней нам надо. Ну, нужно, надо учитывать то, что если у вас 5 стрелите, я тут по сути это качаю подряд все. То есть в этом есть еще немножко преимущество, но опять же, не менее года надо, наверное. Я не знаю, я никогда не задавался вопросом, надо будет как-то сесть, посчитать, посмотреть, сколько же все-таки времени общего надо на прокачке. Такс. Ну, видите, тут все просто, есть такие пакеты, уже по 165 у нас. Сейчас посмотрим, сколько мы максимум сможем поднять.
Можно качать за самоцветы. Ну, за самоцветы я вам скажу, дешевле купить молотки, тем более их в последнее время начали продавать. Очень неплохо, там по 500 были в последнее время вообще продавали. Ну, так себе зашли, заюзали. Даже до 300 еще не дошли. Ладно, докачаем до 10, пойдем дальше акции посмотрим. А то это дело долгое. Сам не люблю это, буду докачивать на планшете. То есть мне вот так вот надо сделать, по сути, 5 миллионов золота. Ну, я, понятное дело, еще добавлю. Плюс нам надо таблетка шестая будет однозначно, поэтому у нас других вариантов, скажем так, как вот так вот качать, просто нет. Самое-самое тоже одно из длительных занятий, прокачка зданий, особенно даже если за донат. Подошли, скажем так, давайте еще один заходик. Вот уже можем юзать немножко больше, уже по 350. Видите, надо дальше таунхолл улучшать. То есть тут опять же идет пропорция, вот 9 нужен, то есть я тут тоже могу сделать только так вот. 10 уровень надо улучшать. Дальше здание, это самое длительное, скажем так, из построек. Вы ее опять же не построите без хранилища. Все взаимосвязано, скажем так. Хранилище золота. Хранилище золота без хранилища маны вы тоже не построите. Ну, 10 уровня. Ну и так дальше. Я уже потом прокачаю. Поехали пробежимся еще по акциям. Что у нас интересного есть? Пиратик мы уже смотрели. Топовый пират. За вход. Clash of Days Tower. В Gifts. Ну, здесь мы, по-моему, забирали вчера. Плюхи, которые даются так. Так, мерчендайз это не продают. Видите, не дают регистрироваться. Так, императорская кузница. Тут все печально, как обычно. Я сливаю сюда и, как обычно, фейл. Не везет. Так, сундучки. Вот это интересное. Блин, нам надо еще... Вот отсюда можно вытащить недостающую... Не отсюда, там с других акций. Так, тыковку нам дали. Дракона и Арктику. Вот это два героя, за которыми я еще охочусь. Но пока, к сожалению, Леди Лео. Дед Мороз. Где ж вы были раньше? Так, это были Покер Матчер с Машин Твин. Ну, поехали. Сейчас попробуем еще Покер Матчер забежать. Может, там что-то интересное у нас будет. Тут нам ничего не светит. Поехали, значит, сюда. Все очень быстро и... коротко. Такс. И тут то же самое. В общем, вот так вот. Пока нам они не светят. Будем ждать. Должны где-то быть акции. В рейды я тоже пока не бегаю, чтобы силу не поднять. Потому что потом придется сливать героя. О, кстати, у нас есть сегодня архи. Побежали на архи. Хотя бы просто затестим, посмотрим, поржем. С этого получится. Так, берем тыковку. Имку. Наверное, нас сейчас просто раздадут. Оник. Стрелок.
все равно интересно посмотреть. Так, где ведьма, ведьма, ведьма? Герои первого левела. Девятые скиллы. Поехали. А вдруг попрет? Конечно, размечтался. Хоть что-то набьем на архе, хоть какой-то плюс. Да, почти, почти. Сардалия и то круче. Ай, видите, задел тыковку. Быстрее заряжается надо все-таки. Ну, питомцев нету и прочего. Мы, посмотрите, мы даже их там не дамажим толком. Они нас просто с плюшки должны выносить. Тут результат должен быть получше, наверное, в этой попытке. А, я лорников брал. 653 тысячи, это сильно, ребятушки. Так, дали нам новый титул. Ну, я думаю, мы скоро так 1500 апнем сразу. Посмотрим. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Я уже прокачаю, начну скоро прокачку. Всем удачи, всем пока.